Привіт, друзі! Ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. Як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє сьогодні у нас в студії голова обласного товариства ромів Романі Бахт Володимир Юрковський, солістка ансамблю «Бахтале» Ляля Лізгунова і старіший член товариства ромів Романі Бахт Анна Рижа. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Как поется в песне, веселой шумной толпою цыгане табором идут. Всегда с гитарой под полою, всегда играют и поют. Но я хочу заметить нашим телезрителям, что наши николаевские цыгане, они не только играют и поют. Они ведут очень активный образ жизни, и у них есть своя гражданская позиция, они помогают людям, и сейчас обо всем об этом мы будем говорить. Володечка, будьте добры, чем сегодня занимается ваше общество? Я хочу сказать, что наше общество на сегодняшний день большое уделяет внимание подрастающему поколению. Я так считаю, что это самое необходимое сейчас. И людям преклонного возраста. И мы реагируем на все буквально события жизни наших ромов в нашей Николаевской области. Мне поступила такая вот, поступил звонок, что на нашей городской свалке более 100 человек прибывают цыган. Они работают там и проживают. Сортируют мусор. Прямо там же на свалке. Я обратился к Анне Антоновне. Мы вместе подняли ромов нашей Николаевской области, Константина Семенович. Да. И мы приехали туда на свалку, и когда увидели своими глазами, как живут рома, это было печально очень. И люди... Откуда они взялись? Они приехали из Западной Украины. Это, да, венгерские цыгане. Более 100 человек. Но на сегодняшний день, когда мы приехали, уже более 30 детей были увезены в школу заниматься. У них там есть свои дома, но, как они говорят, работы у них нет. И вот они сезонно работают здесь, чтобы далее прокормить свою семью, уезжают туда. Но мы задумались, чем помочь, как помочь этим людям. Эти... Вот вы сейчас видите фотографии. Этот мы приехали с гуманитарной помощью на фотографии. И приехали прямо на свалку. Да, Анна Антоновна, вот Аурика, ой, Изаура Дрима. А вот такой малыш. Вот этот малыш тоже на этой свалке. Житель свалки, да. И там не только этот малыш, там есть много детей. И сейчас еще вот вы увидите там этих деток. Мы собрали очень много вещей. И... Я обратился к председателю городского общества, национальных обществ, вот тоже девочка. Это девочка, цыганская, которая, да, тоже живет там, да, на свалке. Да. Сейчас еще будет там. И живут они вот в этих хижинах? В хижинах, да? Картонных, окон нет, вот это все на горизонте, это их домики. Они из картона, из бумаги. Они сами сделали эти хижины? Сами, да. Вместо окон полиэтиленовые какие-то там пленки, вместо дверей тряпки. И вот, посмотрите, какое счастье, радость у этого ребенка, она получила сок от нашего общества. А вот это именно непосредственно, да, жители? Да, это грудные дети там есть, и что, родители там живут. Тяжело им, воды нету. Они набирают во фляжки вот эти воду и сделали такую примитивную баню там на 10 литров воды. Да, я вот хочу сказать, что я обратился к председателю областного городского общества Анару Ахунтову с просьбой, чтобы помочь. И благодаря ему непосредственно председателю областного союза ветеранов войны и АТО Бушиной Любовь Николаевны мы собрали, значит, и от цыган, к которым обратились, собрали много вещей. Это была и обувь, и женская, и мужская, и детская одежда. Мы собрали много продуктов питания
Это и крупы, и варенье, и сырки. Сырки. Все с дому, да? Ну, все, что могли, в общем-то, всячески. И йогурты, и соки. И все это привезли туда. Конечно, они были очень довольны. Очень. И самое характерное, что мы ожидали, что все люди набросятся и начнут, знаете, как вот они очень скромно это все приняли, поблагодарили, спасибо, говорили, дедушка, спасибо вам, спасибо, Тамара, спасибо, со слезами на глазах. И, ну, упустили мы такой момент, конечно, надо было воды больше им, вот, потому что они без воды там очень сложно. Ну, а вот вообще сам факт того, что на городской свалке в нашем таком продвинутом обществе живут люди с детьми. Это, мне кажется, какой-то нонсенс, и, наверное, вы обращались к властям непосредственно? Я вам скажу, что на сегодняшний день, конечно, это была подана докладная записка мэру города, что у нас живут там люди, и все, ну, что мы реагируем как-то на это все. Ну, в принципе, конечно, это люди приехали на работу сюда. Вот. Как уж они устроили свой мусор. Они сортируют мусор и отходы, значит, картон, бумага, пластмасса и все, металл. Ну, вот, сдают там, там приезжают утиль, который принимают, сдают им, и так люди выживают. Но вот буквально, наверное, по первым холодам большая часть людей уже уехала. А сказали, что где-то порядка 10 семей останутся на зимовку. Где там, на свалке? Да. Да. Они сделали там буржуйки. Вот, там достаточно бочек. Много. Бочки, да, большие бочки они там сделали себе. Это, заготовили дрова. Вот на зиму они будут там работать. Анна Антоновна, будьте добры, вы принимаете самое активное участие в жизни общества ромов Романи Бахт, вы старейшая активистка, можно так сказать. И вот когда вы с Владимиром Юрковским приехали туда, вы, конечно, на своем веку много повидали, да. Но когда люди живут на свалке... Для меня это было ужас. Для меня, потому что у нас 10 душ детей у папы и мамы, живых всех поженили. И когда я увидела вот этих детей, вот эти волосы грязные, грязные эти дети, конечно, для меня это было сверх ужаса. Очень жалко, хотелось бы чем-то помочь. Я думала, что действительно мы достанем бочку с водой большую и сделаем банный день им там, помыть их всех, чтобы они напились, обмылись. Ну не получается, не получается. Я ничего не могу, что я могу, только попросить. Ну, так что-то стало. Ну, слава Богу, я рада, что мы хотя бы одежду теплую. Вот. Лично вот моя семья 3 пальто там теплых, новых, курточки, шапочки, обувь, 2 мешка больших. Только моя семья даже отдала. Ну, кто, кому я сказала. Целый автобус вещей привезли. Да, полный автобус вещей было. И очень так, добротные. Я не скажу, что такое, что уже совсем старое. Хорошие, очень все добротные. Все и постельное там было, и одежда, и обувь. Вот. Сам Юрковский варенье, 3 бутыля, крупы набрал с дому все это. Но я нести я не могу, а не было кому помочь с дому. А мне ехать от 13 до Юрковского далековато. Я живу на Космонавтов в конце, а Юрковский на 8-й Слободской. Мне лично самой тяжело. Я бы весь подвал забрала. У меня подвал на первом этаже. Там хватит на их всех. На следующий раз с удовольствием. Подвал заберем с собой. Конечно, жалко. Хотелось бы их видеть умытых, накормленных, одетых. Мне очень жалко. Ну, если будет нас кто-то поддерживать, мы, может, дальше, хотя бы тем, там 10-11 семей остается. Я с семьей разговаривала. Ну, как бы их язык я не понимаю. Не все. Угу. Не все. У них свой интеллект. Конечно, да, там венгерский. Они ближе к Румынии. Да, к Румынии. У них интеллект венгерский, мадярский в основном. Говорю, мы по-мадярски, по-венгерски разговариваем. Ну, такой, какие слова. Диалект такой. Да, диалект такой. Да. Вот. Ну, а друг друга, конечно, даже так я спрашиваю, они отвечают.
Цыган цыгана всегда поймет, да? Да, цыган цыгана всегда поймет. Глазами. Да, даже глазами. Конечно, они очень рады были. Эти детки, они так, я думала, будет хватать. Нет, подошел и стоит, смотрит. Вот взяли ему, дают ему молочко, а он берет это или сок и благодарит. Как-то, видите, воспитанно. Деликатно. Ну, это деликатно. Очень здорово, что вот откликаетесь. Владимир, ну будьте добры, всегда вы откликаетесь на нужды. И вот вы сейчас сказали, что вы занимаетесь, как-то ваше общество объединяет под своим крылом и молодых, и одновременно стариков. И стариков, потому что объединяет для того, чтобы не было разъединения, которое царит сегодня в нашем обществе. У нас сегодня, на сегодняшний день работает еще и молодежная группа цыган, которые всячески сопутствуют тому, чтобы цыгане учились в высших учебных заведениях. И непосредственно этим занимается Изаура Дрима, студентка второго курса педагогического университета. Она завтра уезжает на форум во Львов по этому вопросу. Но еще очень-очень много всевозможных непонимание, наверное, у ромской молодежи, что необходимо учиться. Я хочу сегодня обратиться ко всем ромам, те, которые думают или должны задуматься о завтрашнем будущем, правильно. Что на сегодняшний день скоро отойдут все рынки, и будут супермаркеты, и многие останутся без работы. А без работы остаться, значит, остаться голодными, а необходимо иметь какую-то специальность. Поэтому на сегодняшний день надо учиться и повышать свой уровень образовательный и стремиться обрести профессию. Вот. Сейчас наша такая задача. То есть ваша задача – молодежь учить, стариков поддерживать, а среднее поколение, работает, да, не покладая рук. Да, так и должно быть. Но при этом еще все вы умудряетесь не только работать, не покладая рук, не только поддерживать стариков и учить молодежь, а еще и непосредственно выступать, петь и поддерживать людей, да, своим культуру. Совершенно потрясающим и уникальным искусством. Лялечка. На том стоим, наша душа моя, на том стоим. Наша задача номер один, конечно, это дарить людям радость, это нести прекрасное. Если человек рад, если он счастлив от того, что он услышал любимую песню, если она коснулась его души, он становится добрее. И тогда, конечно, и наше общее дело идет вперед. Мы стараемся помогать, вытаскивать всех тех, кто где-то увяз там далеко в яме. Это Владимир Александрович уже, это не перечесть ни по пальцам, никаких пальцев ни наших с вами. Но в студии сидящих не хватит для того, чтобы посчитать всех тех людей, ромов, которых он буквально спас, вытащил из беды, из нищеты, из такого социального тяжелого положения, что, боже мой, это потому что ромы, они, ну, надо отдать должное, есть люди, которые видят цель перед собой, и очень много молодежи блуждающей, которая не знает, куда идет, зачем идет, наркомания, вот это вот безработица. Это все, конечно, накладывает отпечаток, действительно. И почему-то вот ромы всегда блистают в этой области. Почему-то в первую очередь как раз вот цыган говорят, что вот они все, да, у каждого народа есть, но я же говорю, что мы делаем все. Владимир Александрович, с ним не соскучишься, он всегда нас куда-то тащит. Он говорит, там надо помочь, там надо, вот пришел сигнал, что там надо разобраться, там, значит, надо вот, и вот поэтому вращаемся. Ну, а что касается концертной деятельности, безусловно, это наше все. Это то, чем мы живем, чем мы, да, дышим, что нам дает жизни, силы. И мы стараемся нашим искусством доносить людям, что ромы все-таки достойны того, чтобы говорить о них по-доброму, чтобы знать, что они надежные друзья и что их искусство будет радовать, конечно, безусловно. Я хочу сказать, дополнить, что
наша задача зарядить, энергией, доброй, положительной энергией ту категорию людей, которые пришли к нам на концерт. Потому что последнее время очень часто слышишь от добрых и приветливых зрителей, когда они к тебе подходят и говорят: вы нам продлили жизнь на какой-то период времени, там, на год, на два, на десять, не знаю. Вот. Мы забыли о том, что есть какие-то неприятности, есть какие-то у нас, значит, проблемы наши житейские. Вот. Вы дарите нам вот такую энергию. Ну вот у нас сейчас есть возможность, телезрители, продлить и вам тоже жизнь, потому что у нас есть фрагмент концерта, который хотим сейчас вам предоставить, и наш режиссер Татьяна Михайловна Колесниченко. Татьяна Михайловна, покажите, пожалуйста, продлите жизнь нашим зрителям. И в продолжении темы, сейчас вы видели фрагмент концерта ансамбля «Бахтале», а сейчас прямо у нас в студии, в прямом эфире, Ляля и Владимир готовы еще раз продлить вам жизнь. Ляля, Владимир. Ай, да, не не вечерняя, о, де заря, ай, заря, ай, да зорька, зорька, ведь как спотухала, спотухала. Зорька, ведь как спотухала, спотухала.
Знаете, красота спасет мир, но еще и цыганская песня. Я вам хочу сказать, что вот сейчас это как раз подводка к тому, что мы были буквально 5 числа на пятилетие открытия памятника цыганам, кстати, есть фотографии, расстрелянным, Татьяна Михайловна, покажите нам, расстрелянным вот. Во время Великой Отечественной войны 1942 года в Красненьком селе Приозерского района. За одну ночь было расстреляно более 5000 цыган. Малышей, и, стариков, женщин. Всех. Мы не можем, мы были на открытии, мы не можем пропустить это все. И это нас тяготит. Хочу сказать, что приехали мы большим форумом, мы там возлагали, с венком приехали, нас встречали с хлебом солью. Председатель сельского совета Кондрачук Татьяна Анатольевна, активисты, которые на сегодняшний день поддерживают этот памятник, и те, кто... Рольян Людмила Анатольевна, бывшая глава Кривоозерского района, которая, в общем-то, непосредственно занималась открытием этого памятника. Шинкарук Иван Васильевич, депутат Кривоозерского района, на средства которого был вообще установлен этот памятник. Иезуит Олег Иванович, учитель истории, который подготовил презентацию проекта о трагедии цыган 41-45 года. Рябаконь Надежда Марковна, заведующая библиотекой села Красненько, которая собирает историю и материалы воспоминания очевидцев, которые погибли уже на сегодняшний день. Которая пишет историю, да? Она, как погибли цыгане. Да, как погибли цыгане в Красненьком. Когда мы были на открытии, еще тогда было много живых людей, а на сегодняшний день уже практически их уже нет в живых. И, но их нет в живых, но есть память, которую, да. хранит, которую храните и вы, и предлагаете хранить и молодому поколению. И, Анна Антоновна, будьте добры, вы хотели еще обратиться к вашим соотечественникам. Вот, пожалуйста, вы имеете такую возможность. Ну, я всем говорю, Шарамалы, учите детей. Пускай сегодняшний день так, можно купил, продал, там где-то что-то, такая жизнь. А завтра изменится это все. Куда эти дети, чем заниматься, как жить? Пускай учатся. Я всем говорю, чтобы дети учились. Хотя бы 8 классов, хотя бы 9 классов, чтобы кончать. Ну что это, 2-3 класса кончили и все. Пускай дома. Ну что дома? Картошку буду и так продавать. Ну картошка картошкой, купил, продал, это понятно. Ну а дети... Учить, ну как? Надо учить, учить детей. Пускай знают, учебу на спине не носить. То, что мои дети, внуки выучились, это они, ну, домохозяйки, они умеют готовить там все. Но тем не менее, они У них есть грамотность, они покончали институты. Это очень хорошо. Профессия должна быть. Друзья мои, спасибо. Все, мы должны уже уходить из эфира. Я хочу вам напомнить, господа, что сегодня у нас были ромы, но они не были в студии. Они прожили этот эфир вместе с вами, дорогие телезрители. Це була розмова на тему. На все добре.